хорошая капуста. Теперь нарубленную капусту оспариваем кипятком. Ну вот 7-10 минут она у нас постояла в кипятке отпаренная. Теперь сливаем. Сковородка раскалилась. Маленько перемешаем еще последние остатки воды из капусты. Попытаемся слить. И на сухую сковородку высыпаем нашу ошпаренную капусту. Почему на сухую? Потому что, возможно, влага еще осталась, так надо, чтобы она испарилась. И как только она испарится, мы это увидим по сковородке, это, добавим масло. Жарить будем на сливочном масле. Возможно, это очень жирно будет и дорого по теперешним временам, зато вкусно. Как ты говоришь, зато вкусно? Да. Зато вкусно. Оставим вот такую дырдочку. Тут вот видно будет, есть там же влага у нас или нет. Ну вот мы здесь вот посмотрели, у нас уже жидкости нет. И, в общем-то, добавляем масло сюда и с краев, чтобы у нас не подгорало. Все. Будем теперь жарить потихоньку, не торопясь, чтобы не подгорело. Солим, как всегда, в конце, уже когда яйца положим, вареные сюда. У нас капуста начала приобретать слегка желтоватый поджаренный цвет. Пора добавлять вареные яйца. Еще не солили. Пожарим еще с яичком, и тогда уже будем солить. А вот. Так, пришло время солить нам капусту. Солим. Все, она почти что уже готова. Почти, да. Она четкие у нас и ошпаренная, и нарубленная мелко. Можно еще посмотреть. Чуть-чуть. Через 2 часа президент Жане смогу встретиться. Ну вот, начинка у нас почти готова. Остался небольшой штрих, еще минуточек 5 постоит за сковородки. Так, ну у нас готова начинка, даже чуть-чуть перезарилась, но не подгорела. И выливаем в другую партию, выкладываем. Запах вкусный, жаль, непередаваемый. Все. Теперь будем замешивать блины и печь, а потом сварить пирожки. Мне вот компьютер не дал очистить кисточку, я просил. Это не та. Она не пойдет. Лучше, пожалуй, да, Лёд? Такие новости, думаю, в деревне. Сейчас и Роман Кирюхин. Увидимся. Ну, это хорошее. Да скоро, бог. Горячий. Так, да? Да, горячий еще. Ладно, ладно. Забыла, я тебя заберу. Ну, видно, не пойду. Нет, нет, нет.